и Драгонс вдвоем на низу танчить в мелких. РДД зона придется по мелким подольше немножко играть, так что будете в основном мелких бить на первой фазе. Так, ладно. Рыбу ставлю, на бафы даем и на позиционку. Не чисто тебя хилить, да? Да, ты меня тупо хилишь. Бегаешь со мной и хилишь меня. Женуэн хилишь рейд. Денчик хилишь этот. Кладбон. Кладбон со мной наверху бегает. Блин, все я могу сейчас... тупо на рейде стоять. Если есть две минуты, могу слетать в тал, взять пару шмоток 50 минут. Эпох. Хилить особо нечего. А милики сначала тоже наверху бьет, да? Да, крик на хп, бафы дайте по мне. Там увижу. Давайте становимся на позиционку. Добегайте. По готовности пульну. Погоди. Ты же не пульнул? Нет, что? Сейчас, погоди, я зайду обратно. Лёха, ближе, гляди. Сегодня день хороший, пятница. Готов? Да. На пол дайте. И смотрите за агро первую фазу. Полипал, что ты делаешь? Ты на низу должен быть. А мы его вниз не стягиваем? Стягивается. Что на мне висит? Там не доставало. Огольку РД. Нет, РДД у вас и так мало, давайте вы будете работать по таргету. Ну так, Феникс, тень тебе отводи. Они когда взрываются, дамажат. Стенки отводи просто. Я тут, чтоб следующего увидеть. Инвестор по трэшу. Так, побежали сюда. Короче, сейчас вот это, если не будете вовремя там вот нажимать, урон по рейду хороший. Потом чай пьет, приятного аппетита. Раньше он по 5 когда мажил, сейчас по 20 ебаш. Нормально. Опять починили. Ну чё сложного-то? Следующий, блин.
Забрал, да? Не спрыгаем. Я на место ты можешь потрошить вам? Холли Пау, хули ты тут делаешь вообще? Ты дебил, скажи мне, блядь. Сказал, внизу стоишь, хилишь. Какого хуя ты на платформах бегаешь? Босс, играйте. Надо в трэш играть, играйте по боссу. Че, мы копим сейчас? Да. Того. Инвеста Холи Пала поднимешь. Флатбон будешь на той платформе, поднимешь его. Где этот холик валяется? Первый. Ну тоже потом, когда после вот этой платформы. Сказал же, блядь, внизу хилишь. Мне надо, сука, на платформу. По боссу ебашим. Япончик. Сколько держать можешь? Это последнее. А мне тоже копить потом? Да. Следующий копишь. Я просто не знаю, сколько удержу. Спиной. Не ходи спиной, дракон. Чего там стоите? Меня убило. Я спрыгнул. Заебись. Назад полетел. Блять, нахуй вы добиваете, алло? Кто, блять, бьет уголь? Посмотри, кто бьет уголь на тебя. Мне не показывают. Где таунты? Через стенку. Под хитки. Он был у вас сначала, потом сорвался. Диатр, себя подхилишь хоть, нет? Ты хилю, я себя вон не помню. Миликом прыгать! Койку босса.
6. Там один ад. В смысле один? Уже два, уже три. Иннер хилам закиньте. Отдал, походи, пал. Подхилишь? Драгон, не бегай спиной. Сейчас спиной назад. Ну, спиной хорошо, не бегай, блядь. Ориентир совы собирается от ГД в зону. Кто будет отдельно стоять, очищу. И сдохнет. И лужи выбираем быстро тут. Вы сейчас убьете уголь. Алло. Отойди, блядь, спрячься подальше. Че, ДКшка, зайди, он тебе, блядь, драгонса стоит. Я сейчас стою. Ох, я чего? Одного там цеп. Ну, Эн, подними Денчика, блядь. Этот бафы дайте по всем, блять, и этот ману ему. Не бейте углей, не добивайте. Собрались все вместе. Гладиатор, чё стоишь, блять? Я, короче, очень сильно лагаю. Жаль. Подбон мелкий трэш. Чё, отлично. Одного захик. Хил, блядь! Два холи пала, блядь. Стою, блядь, без хила по 5 секунд. Прохи, лужа. Да кто был? Кто эти хилки? Гладиатор, хильте, блядь, холи палы. Циказ забираю меня. Чё отдельно стоишь, гладиатор, блядь? Дракон, походу, вылетел. Забирай трэш. Денчик, блядь, опять сдох. Уголь, блядь, ты моба забрать не можешь? Раз-раз, слышно? Слышно, да. Же этот. Я зашёл. Перчик, поднимай. Нужен, нет, я... Кого? Лужа, мой господи, блядь. Гладиатор. Гладиатор лужи не видишь? Я хилил, у тебя было 20 тысяч хп. Складбон, блядь, ладно. Забирай трэш. Чё не поднял этого Денчика? Я не убиваю. Забирай трэш. Хилим-то. Инера по полипалу залейте. Yeah. Полипал с атакой подошел, босса побил, блядь, через печать. Я 5 штук не выдержу. Милики, все бьем трэш. При... Когда будет взрываться, отходим. Отслеживайте. Ганвеста, блядь, служи выйти не можешь. Нет, на меня феникс это согрелся, уголь. Убивайте второго. Прохил будет? Это максимально криво все делаете. ДК, забери к стенке всех, заберите. Какой-то бардак.
Надо, короче, тактику рассказать, что-то не понимаю, что делают люди. Какая хуйня идет. Может, мне проще босса будет подержать, а то фениксов как-то я не знаю. Женёк, заходи давай. Захожу. Спать, смотри на первой фазе, когда все бегают. Ты внизу бегаешь, килишь дракона и войда. Наверх вообще не поднимайся, они скажут. А на ласт фазе там надо пианиста держать и в остальных танках. У нас сейчас проблема одна, блядь. РДД тупые, хилы не хилят. Все остальное в рейде происходит нормально. Милики все делают нормально. Танки все делают нормально. Нихуя не нормально. РДД службы могут выбежать, но я не могу захилить рейд. Когда феник взрывается в РДД зоне, это разве нормально? Не видел, в РДД зоне, честно. Да, я видел. Меня лично откинул. Потом я подбежал как раз, как не было, и уже. Там половина РДД сдохла от лужи. Начнем с этого. Ну, после того, как нас откинуло Фениксом, после взрыва. Драгонсон, что с интернетом? 5-400 пинг. С рейда выходишь. А что, я зашел, я нужен, нет, что-то я вам 8 пай. С рейда выходишь, кават в танк с пекой. И можно, пожалуйста, в рейде лишние вот эти вот воздухи прекратить от... Кават в танке, а ты на низу трэш ловишь вместе с ДКшкой. Я не нужен, ДК-шка, что ли? ДКшка весь трэш держишь, подожди. ДКшка весь трэш держишь, ты вместо Драгонсона. ДКшка весь трэш держишь, блять, возле стены. Если ты держишь возле РДД зоны, значит умирает РДД зона. Если умирает РДД зона от того, что там трэш держишь, значит я тебе начислю.
должен держать так, чтобы сам спиной стоять, блядь, в стену. Чтобы когда взрывается, откидывает, тебя откидывает, блядь, практически не откидывало. Откидывало ровненько в стену, там, где ты стоял. По поводу прохила. На первой фазе, два хила, которых я назначил, только бегают сверху и стоят наперед. Не надо, блядь, всем остальным хилам находиться наверху, блядь. Вы все находитесь внизу. Вы хилите, блядь, танков, которые держат трэш. Плюс рейд. Дальше. Когда босс, блядь, с первой фазы переходит на вторую, за 500 тысяч у босса, хилы, которые наверху, вы спускаетесь на низ, остается танк. Танком можно прохилить и снизу холипалом через частицу. Танк откинет, но так как это друид, это ничего страшного. Но потом спустится на низ, я босса все равно уже снизу буду ловить. Дальше, когда босс с первой фазы на вторую переходит, никто не стоит в центре, где появляется босс. Иначе мили-атака он сразу положит вас. На второй фазе, первая. Стоите все вместе, бьете трэш, пока босс есть. РДД зоны касается. Милики бьют босса. Как только босс взлетел, вся мили-зона идет подбивать трэш. Если там дохуя хп. Подбили трэш, приземлился этот босс, пошли бить босса. В отдельности никто не стоит. И когда, блядь, босс приземляется на вас, метеор падает, пробегаете вперед, чтобы вас откидывало в стену, а не, блядь, хуй пойми куда. Частицу два холипала. Один кидает по мне, один кидает, блядь, по кладбону. Потому что он трэш собирает. Двух остальных танков хилите через таргет. Что, блядь, сложного вообще? Женек, ты в хиле, гладиатор в элеме. Бегаешь со мной, Женек, и хилишь меня. Сумоньте. Кого сумонить? Ника. Он тут. Даю проверку. На позиционку становимся все. СС повешать, кто там часто дух? Друиду любому повесь, сове. Да, ну есть. Или же он персик, они любят в ложах поставить. Этот. Лёх, поставь на себя метку какую-нибудь, пожалуйста, любую. Не могу. Мне будет мешать. Салю по фрейнсу можно? Руник не прокат. Соу, Лар, углей, бей.
лежит. Кто стал он там? Кто стал он там? Нету там. А, я ж сказал он, что это сейчас. Не знаю, он не шот, но два раза дыхнул, как минимум. Ну, типа два раза дыхает, и ты попробуй за секунду поднять. Имун. Таунт. Имун прошел, Драгонс. По крайней мере, танк не может промазать. Ну что, у меня 9% метка плюс. Ну что, Корбан таунт нажимал, что ли, до этого? Не жмите таунт, что? Гладон, вставай. Бафы даем на сон. Баф. Подожди, встанет ли Вадон бафну? Что его? На присутствие. Все, бафу дали. На лапку. Бля, сальвы повышение сюда дайте. Нам чуть-чуть подольше его побить, да, РТД, потому что герань. Дхаш, где она улетит? Этот кладбон, когда наверху бегаем, таун только в начале, больше нет. Так, хорошо.
что опять? Куда били? Милики в нее спрыгнули. Там мы рубля добивали. Ухил. Сейчас вот тоже угля будет стрелять. Наперед немножко заведи, а тут не спрыгнули. Прыгайте, прыгайте вниз. Кто стоит? Женек. Сейчас урон будет по рейду. Фильд. А я успел молод. Видишь, и там пошел, все равно урон. Если он подлетает, он должен ударить. Если никого не бьет, он ебашит твою ешку. То есть ты уже должен стоять его ждать там. Мне сегодня рассказывали, как вайпались на этот тип. Кто вайпался? Блин. Ну они не вайпались, у людей теряли. Когда это хуйню сделали? Вот на этом КД, да? А может и на следующем, на прошлом, когда я просто... Что я хуй знаю. Ну, Феникса апнули чуть-чуть. Сейчас, то есть, танка нельзя слакать вообще. А в прошлом когда? Ну, все, дрон. Ну, что-то не ощутимо на прошлом, когда это. И мунтаун-то это пиздец. Если таунт нажимаешь под конец Феникса, перелет пирата, когда он ко мне прилетает, допустим, вот, блядь, это иммун и лайк рейда сразу. Второй фазе ж нету такого, только первая. Да, первый. Ну типа такая механика и должна была. Нет. Ну блять, должно быть рассчитано на второй там. Не только на один. Если один прошел, ему все. Вайп. Хотя бы, чтобы урон прошел и откадешился там, ты нажать. РДД не добивайте мобов, бейте лучше. Босса все бьют уже меньше 50%. Летел наверх, да? Да. Стой возле до той платформы. Может туда полететь? Да. Ты ебать. Это шина послуга. Урон сейчас пройдет. Нет, мышка успевает. Ну я работать посмотрю. Так что Леха не зря ты не жоп качал. Кто там уголь обьет? Ну это звездопад. До этого. Да, поймайте, поймайте. Лок, не крути, бей босса. Раньше можно было один танк. Хуя. Никогда в жизни один танк. Короче. Д по боссу Меликина нет.
развивается босс. Побыстрее желать. Подбон, если не спустится, перелетать будет, побежишь за ним, дашь чарж. Давайте стреляну быстрее, я на него уже скрыбосы. Не успеет. Подбон, беги за ним. Чарж. Подбон, забери. А. По... Сведите фениксов вместе. Хил аудио. Он улетел. Тимыч, поднимай Беладона. Милик, отойдите оттуда. Поднял. Бафы по нему дайте. Анвеста Пуфана поднимаешь. Мужик только не стоит. Хил по нему дайте. Добивайте уголь. Что вы делаете? Вверх взлетел. Ребаф, дайте поварам. Где ДХшка? ДХшка, стань вместе с, блядь, с этим. Садбон, забирай трэш. Вместе с паладином стань в одной точке и, блядь, стаун все. Ну, блядь, и танчите. Лужа, 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 блядь. Где, блядь? Лужа больно сейчас бьет. Вместо упайков надо бить. Метеор. Стоп. Стоп, не тебе пофинит. Все отлично. Выбирай. Танки в теле. Блять, ну что совро, блять, на феникс? Здесь. Где-то, чё по Гере, а то Гере так и не было. Скажу, парень. Взлетел вверх. Этот перс поднимешь, Фрэнс. Палы бафните ТК. Вверх взлетел. Милики, подбивайте его. Какого бутора больше хоп? Соло таргет бейте, не надо уешкой хуярить. Садите. РДД вперед пробежали. МН вперед, это, блядь, вперед, а не назад. Станешь. Бафу дайте по шину. Уже только не стоит. Лужа. Лужа. Вверх взлетел. Милик, там все подбито. Можете подбить. Положим. Стопните, стопните. Побежали вперед всем. Забирай, забирай, забирай.
хотел. Еще одного РДД добить. Отлично, эти перейти. Переагривайтесь. Тёр 5. Убивайте. Каску тоже кидайте. Побежали вперед. Вот он, давай чарж, я выбираю. Стас, держись поближе ко мне, чтобы с тюрьмы. Хотя ладно, вроде бы. Лужа там стоит. Вот он. Сразу. Верн взлетел. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Стопните по мне. Бежали вперед. Дайте Верн. Кто там стоит ближе? Отойдите от Феникса, полетите же, блядь. Ложа мидыки. Убивайте. Не переагривайте. Вперед пробежали. Еще две взлетки, одна максимум ведь. Забьем 14 дамов в босс. 4 феникса. Подбили и отбежали. Все, это нормально. Можете не бить. Надо, чтобы есть еще. Да не надо, конечно. Ставь, стой быстро. Оп. Побежал вперед. Убирай трешок. Все, добили фениксов по Алару. Всех подбивайте. Когда приземлитесь, добьете все и это. Все. Боже, не лицо. Взлетел. Подбивайте трэш и все, приземлиться, добьете. И на эту. Прошли вперед. Все, трэшечок добивайте. Босс. Великая победа Орды. Али. О, тринька. Хиловская. Прикольно. Кольца хорошие, пали, которые воевали. В сторону робота идем. Лех, пока под ДД, может этот фокусник? Сейчас, подожди, я разрали. Порядка. Никому не надо? Никак. Персик.
сюда. Рога и лог установите и ПВП вот. Жена, я наивный, кто тебе ее отдаст? Леха, это ДК-танк новенький, который... Можно 5 минут отойти, то есть с работы пришел, пойди что-нибудь положить. Иди. Спасибо. Кому котенка подарить? Чем дарить роли? Мне дарить. Понес. Ладно, тебе забил. Рольцы. Рольцы. Кто выронил? Денчик роли. Денчик. Там еще ролят, он... И ты под конец 98 брось. Я говорю, надо себя забирать, а вы такие. Нет, давай ему котенка, у него собака. Ой, пизда, зачем вы сыграли двоих? Оло. Что там происходит? Пиздит нас тут в обе ногами, блин. Похоже на вайп. Так вы уже должны жить. Что за херик? Позабыл, что откидывает от кинолона другого. Дайте диван, Павла. 140 тысяч в лицо. Бля, какой-то нонсенс, нахуй. Что вы дамажить начали, бля? Что произошло, нахуй? В смысле, встаем, бежим, по-моему. Встаю тебе и... Сам диван кинули. Меня подхиливайте. Полипал, Мозер, театр. Нет, я встал, я на выходе сейчас. Заебись, никто не хилит. Так все умерли, ты шо? Сейчас говори. Бегите вы сейчас просто конвейер устроить, вайп. Да, упадите там, кто умирает. Опять одного паладина придется вечером отдуваться в око. Не, блядь. Разве вечером не целка? Око. А может и целка. Факт в том, что в око все равно придется одного паладина отдуваться. Почему? Потому что я один паладин вечером буду. Где Вага? Ну, Вага на ханте будет. Ну, по крайней мере, хоть на лов спекс я заберу две шмотки. Т5.
Рада там вообще... Тебе нормально, не? Чего ты замутил? Походу хуёво. Неувар сейчас, наверное, уже лучше одеть, чем у нас в рейде, блять. А ты про то, что у него чех вместе с... 63-й, и у него три задавленные шмотки. Каких три там больше? Ну, я видел только три. Ему 2-5 одеть, он будет топ-1 в рекаунте везде. Ну-ну. Ну, его мало еще покатит. Топ-1 вагон гильдии. Нет, лоб, я не смотрю, что особо. Да, у нас две совы, ребята, сбивайте этот каст ебучий. Совы, блядь, тайфун. Нажмите, когда каст идет. Пишет, что не восприимчивость, вот и все. Чем сбиваешь? Нет. Тайфун, блядь. А у меня нет. А надо. Чё там то, что на задоне ухвалите? Пусть пухан танчит на туре, чего дохните? Миша мне рераз задонил. Афов нету, вот и дохну, блядь. Ни каски, ни стамины, блядь. Да я тебе ресал тогда, я тебе сразу кидал стамины, не надо. Так, лоб законтролишь. Маги тоже контролит. Скидывает, так что смотрите, в какую сторону вот. Паладины, покаяние. Там ханту похер вообще, да? Типа, когда стоит на ранже, да, шахер? В смысле, ну может дамажить, да, но урон по нему пролетает. Ну там не сильно. По 18к. Кто сон, блядь? За типа он не умрёт, он его подхилит. Там с периодичностью маленький, ну типа большой очень. Отлично. Смотря кто ещё будет с ним стоять. Чем больше людей, типа, тем меньше шансов, что в него два раза пролетит. Ну так я знаю, типа, я стою, я, и он. Два человека. Ну, в первом я делал заебись, типа, три ханта. Но сейчас другой протопал, 2-4, 2-5, в рейтинге. 2-5. Москва отлично. Так, первого я забираю, второго Кладбон. Ты на подстраховке, Калат. Если мы сдохнем, тогда я... Контрольте только этих мобов. Лох, да знаю я про зелёнки.
Видишь, зеленочка была. Столб. Быстрее сливайте первого. Быстрее слезть, меньше вероятности. Там похоже есть пустянчик. Дохнуть не будет. АОЕ не рефлект. Таргет рефлект молодец. Это в таргет где? За стенкой прячься, вот где труп лежит. Перезарядка не попадает. Там был один волшебник, да? Честно. Идти волка, блядь, и телефон не скачать, блядь, бесполезно. Поднимайте. Мелкий. Лага себе там 2-5 на ретрика делает. Леша, психует уже из него. Че, он уже решил все-таки 2-5? Ну попробовать, он вчера забрал все по второй кусок за это. Он за... тут побил манекен и прионы. Не знаю. Там санзары и баш, что ли. В принципе, 2-5 многим понравилось. Он, видать, сначала желтый юзает, поэтому у него все в говно уходит. Ну кому же интересно прорыть? Послушали этих потихоньку. Контроль давайте. Блядь, законтролите. Я подержу. Ну отойдите вы, он же валые вокруг себя дамажит. Отвожу, чтобы законтролили. Вага говорит, он желтый кидает сначала. Пойдете рассказывать про Т5. Фандерий говорит, надо сначала три красных кинуть, потом крылья активировать и башить молотками. Красную, потом синюю, потом желтую. Но если кто-то кидает синюю джагу, можно в любом порядке это делать. Ладбон зайдет, наверное, да, пусть на ханта. На пол дополнительно. А как лок может свой вот это изгнание отменить? Как-то же. Ставишь второй раз накинуть на него. Контрольте. Два покаяния. Такая фишка, когда ты контролишь покаянием, обязательно кто-то кинет овцу. Когда кидаешь овцу, кто-то обязательно покаяние кидает мне. Просто было такое. Это скорее там после овцы еще идут корни, потом еще ветеровки. Не, просто было такое, я тоже типа не кидал, потом вижу какой-то маг кидает овцу, а потом мне бах, типа, что ты не контролишь, Это перебью, вопрос такой, а что там в общем чате, куплю воронки 8к, 6к, они что, подешевели пока 5? Ну потому что это покупают их за бонусы сейчас, они очень дешевые. То есть они сейчас 3 дня типа дешевые, да? Да. У кого есть лишняя голда, советую затариться ими, потому что они потом опять будут... Слышь, займите голды, нахуй. Мне надо 5 голды. Ты голды верни.
В смысле, а сколько они сейчас на уке стоят? Мне по 6 бы я бы тоже купил. Я вообще какой-то даун по 2к их продавал. Что, блядь? Чё, блядь? По 2к. Это где? Да ну нахуй, не попрекал. Утром, с самого утра прям у меня... Сколько штук он тебя продал? Я видел, это долбоёб. Но я подумал, что он коры лупит, я не стал ему отписывать. Я думаю, пацан просто, блядь, шутит. Походу, да. Ну типа они стоят по десятке, да, продавали? Считайте 40% скид. Не, косарей по 8 я бы купил их сейчас. Да какой по 8? Сейчас красная цена 6 тысяч. Ну, блядь, по 6 так еще лучше. Я вообще не знаю, где вы нашли цену десятку. Они стоили до скидок 14 тысяч. На аукционе. Сейчас на аукционе они... Через аук смотри, я людей спрашиваю. На аукционе всегда завышенная цена. Я по 9, по 8,5 покупал с рук. Уже люди, вот, которые будут покупать воронки с магазина, им нахуй не сдались ваши цены в 6-8 тысяч. Знаешь почему? Потому что в переводе с бонусов на голду, в переводе с бонусов на голду, если покупать с магазина, то стоимость воронки 12 тысяч голды. Если покупать с магазина, то профитнее будет купить 3 красные полироли и продать их дороже, чем будет эта одна воронка стоить за, если это за 8 тысяч. Это было раньше, не знаю, сейчас красная дешево. 3-400 она сейчас стоит. Сколько она на ауке стоит? Воронка с магазина? На ауке она стоит 3600. Красный шулера. 3к макс. Моба добить. Так сколько ты воронок-то купил по 2к? Я не покупал. Я просто видел челик, ты тоже не сам. Это, наверное, прикололся какой-нибудь гусь, нахуй. Так, ладно. Все, короче, пойду курнут 3 минуты. Этот,